Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале «Вязать легко и просто». Сегодня я хочу показать вам, как связать вот такой очень классный наборный край для платочной вязки. Посмотрите, он напоминает цепочку. Вот так он выглядит. В данном образце я использовала мерсеризированный хлопок. 50 граммах 100 метров. А сейчас я хочу вам показать, как связать такой край, вот используя такой хлопок. Это Drops Paris. Здесь 50 граммах 75 метров. Он потолще. Ниточка более плотная. Давайте приступим. Итак, использовать я буду спицы номер 4 и набирать я буду на 2 спицы. Вы можете набирать также как на 2, так и на 1, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Итак, берем небольшой отрезок нити, да, уже. Как мы начинаем набирать? Сначала мы будем делать петельку вот таким образом. Делаем петельку, затягиваем, располагаем ниточку вот таким образом. Итак, как мы будем с вами набирать? Смотрите, вот наш кончик, мы его оставляем. Дальше захватываем ниточку, да, от клубка. И смотрите, каким образом мы делаем петельку. Вот так. Не вот так, да, вот у нас захватили нить. И вот таким образом мы обматываем наш большой палец. Далее заводим в петлю снизу вверх, подхватываем эту петельку и опять в петлю. Все, сбрасываем, подтягиваем. Получили 2 петельки. Повторяем опять вот таким образом. Сюда и вот так. Сбрасываем, подтягиваем. Захватили ниточку, набросили на большой палец, потом вот так снизу вверх заводим в петельку, подхватываем нить и заводим в петлю. И таким образом мы набираем с вами необходимое количество пар по 2 петли. Все. Итак, после того, как мы набрали необходимое количество, да, наших пар, у нас здесь одна кромочная, нам нужно еще набрать одну кромочную петлю. Как мы это делаем? Вот так опять подхватываем. Далее, смотрите, мы заводим сразу в петельку, подхватываем вот эту нить и вытягиваем. Все, еще одна у нас петля. Получилась кромочная петелька. Дальше вытаскиваем спицу. Видите, у нас везде по 2 петельки. Итак, кромочную мы снимаем. И далее провязываем по 2 вместе лицевой петлей. Вот таким образом. Вот где у нас пара петелек с вами, да? Мы же набирали. И у нас везде по 2 петельки. И провязываем по 2 вместе лицевой. Так мы продолжаем до конца ряда. Видите, вот такой очень красивый край у нас получается. Итак, ну вот что у нас с вами получилось. Разворачиваем вязание и во втором ряду мы все петельки провязываем лицевыми. Кромочную снимаем и провязываем лицевыми. Но
Ну вот такой замечательный край у нас с вами получился. Дальше вы можете продолжать платочной вязкой, либо перейти на лицевую гладь. Чтобы перейти на лицевую гладь, вы провяжете сейчас лицевыми петлями, а уже следующий ряд изнаночными. Опять лицевыми и изнаночными. Если вы хотите платочной вязкой продолжить, то вы все оставшиеся ряды провязываете лицевыми петельками. В данном образце я набирала на одну спицу, да, петли, и вот он получился такой менее объемный край, видите, напоминает цепочку, а здесь на две спицы, он такой более воздушный. Вот такой очень интересный набор. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным, применяйте, пишите комментарии, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных 7 петелек.